Как перестать накручивать себя? Относится к категории часто задаваемых вопросов. Как перестать накручивать себя? Если вы хотите решить проблему действительно, то тогда вы приходите просто на курс «Женская самооценка». Видите, на некоторые вопросы я не смогу вам дать короткого ответа. То есть я знаю ответ на этот вопрос, но короткого ответа не получится. Если коротко, накручивать означает, что вы не умеете переключать внимание на другие вещи. Не умеете переключать акцент. Ваши мысли возникают об одной вещи, и вы начинаете о ней думать. Там есть своя такая гормональная история, которая поощряет вас. То есть, когда вы думаете о плохом, ваши гормоны поощряют вас думать об этом. Ну вот смотрите, это как плохая привычка. Вот вы начинаете есть сладкое или просто есть что-то, и вы не можете остановиться. Постоянно едите. Зависимость. То есть, с точки зрения физиологии, это просто привычка определенная, условный рефлекс. То есть, как вот собака Павлова, да? То есть, Павлов что делал? Он показывал, кормил собачек и звонил в колокольчик. Кормил собачек и звонил в колокольчик. Кормил собачек и звонил в колокольчик. Что он исследовал? Он был на самом деле не психологом, он был физиологом. Исследовал, знаете что? Не мозг совершенно. Он исследовал работу желудочно-кишечного тракта. Его задача была выяснить, как вырабатывается желудочный сок. То есть, как работает желудок. И он измерял секрецию желудочного сока. И он подумал, а можно ли вот выработать ее, то есть этот желудочный сок вырабатывать каким-то способом, каким я захочу. В тот момент, не когда собака видит еду, а когда я захочу. Поэтому он соединил безусловный рефлекс, еду, безусловный сигнал с условным сигналом, с колокольчиком. Обычно, когда колокольчик звонят, у собаки не выделяется слюна и не выделяется желудочный сок. Но он сделал так, что выделяется. Он соединил колокольчик и еду. Потом еду не давал, а звонил просто в колокольчик. И обычно у собак не вырабатывается на колокольчик желудочный сок. Это такие механизмы в организме, которыми вы не можете управлять самостоятельно. Хотите, я вам, такой для друзей на карантине такой интересный эксперимент предложу? Хотите? Вот обычно вы не можете управлять своими зрачками. То есть зрачки расширяются, когда света мало, и сужаются, когда света много. Делайте так, просто с друзьями. Берете колокольчик, приходите в темную комнату, звоните в колокольчик, выключаете свет, ждете 10 секунд. Считаете до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Включаете свет. Считаете до 10. 1, 2, 3, 4. То есть даете адаптироваться своему зрачку. Потом звоните в колокольчик и выключаете свет. То есть вы должны соединить звонок колокольчика и выключение света. Звонок в колокольчик, выключение света. Когда включаете свет в колокольчик, не звоните. Вам нужно произвести от 20 до 50 операций. Я понимаю, что это много, но где-то минут 30 у вас займет. А потом сделайте другое. Позвоните в колокольчик и попросите друга посмотреть вам зрачки. Ваши зрачки расширятся. Зрачки расширятся. Почему? Потому что произошел условный рефлекс. Когда вы звонили в колокольчик и выключали свет, ваши зрачки расширялись. И мозг запомнил, что когда звонят в колокольчик, надо расширяются зрачки. Но в следующий раз, когда вы свет не выключаете и не возникает стимула расширения зрачков, но колокольчик прозвонил, ваши зрачки будут расширяться. Удивительная штука. То есть вы научились контролировать ваши безусловные реакции, которыми обычно вы управлять не можете. Вот здесь накручивание себя – это та же самая реакция, привычка. Есть стимул какой-то, колокольчик какой-то что-то запускает, и вы начинаете думать. Колокольчик – начинаете думать. Разучить это можно точно так же. То есть нужно выработать другую условную реакцию, когда вы звоните в колокольчик и происходит нечто другое. Вот это вот если коротко объяснять механизм возникновения обсессивных мыслей. Те, что мысли,
мысли, которые постоянно приходят к вам, называются обсессивные. Это, кстати, может быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства. Это психическое расстройство. Компульсивное значит навязчивое поведение. Обсессивные мысли значит навязчивые мысли.